Представители «Газпромдобычи Ямбург» торжественной обстановке наградили выпускников 11-го «Газпромкласса» по итогам учебного года. Дипломы за успешное обучение в «Газпромклассе» получили все учащиеся. Именные дипломы за высокую успеваемость вручили 8 ученикам, у них средний балл равняется 5. Также благодарственными письмами были отмечены начальник департамента образования администрации, директор гимназии, классный руководитель и кураторы проекта из числа молодых специалистов газодобывающей компании. Заместитель генерального директора по управлению персоналом общества Валентин Крамер пожелал выпускникам выбрать специальность по душе, успешно поступить в ВУЗ и в будущем пополнить ряды газодобытчиков. Среди лидеров рейтинга успеваемости оказались Дамир Галиев и Авелина Андранаки. Гимназисты уже определились с университетом и будущей профессией. Вообще я пошла в «Газпромкласс» с целью поступить на целевое обучение в университет. На данный момент я выбрала Санкт-Петербургский горный университет по направлению «Нефтегазовое дело». Конечно, после того, как я проучусь магистратуру, я приеду сюда, отработаю первые 3 года и в дальнейшем либо останусь здесь, либо вернусь в Питер и устроюсь уже на работу в «Газпроме» там. Я написал целевой договор в РГУН имени Губкинский на факультет автоматизации технологических процессов, но многое будет зависеть от того, как еще придут результаты по последним экзаменам. Если они будут хорошие, то можно посмотреть более престижные вузы, можно уже пойти не по целевому договору и расторгнуть его, и посмотреть более другие направления, другие университеты.